Всем привет! Рада видеть вас на канале. Смотрите, кто у нас тут бегает. Это у нас курочки. Курочки, которых обклевали свои сородичи. Да, Сонечка, у нас курочки тут. Вот эту курицу обклевали у нас где-то месяца полтора назад, наверное, обклевали свои сородичи, то есть курицы, когда они сидели все вместе вот в этой крольчатне. У нас еще курятника не было тогда, и мы их посадили сюда, купили и сразу посадили сюда. В один прекрасный день вот эту курочку они склевали. Иди сюда, покажу хоть тебя. Не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Не бойся. Вот. Подожди, обклевали прям до костей. Вот сейчас уже зарастает курочкой. Курочка у нас тут. Курочка зарастает и... уже это потихонечку выздоравливает, короче. А вот эти две курочки, их тоже клевали. Вторую заклевали после вот этой вот, сразу же, тот же день. Через полчаса заклевали вторую, но мы успели ее спасти. Ранка была не такая большая. Да, Сонечка, подожди, сейчас мы с тобой пройдем. Вот. А третью заклевали буквально вот где-то недели две назад. Тоже была ранка, тоже небольшая, вовремя заметили. Вот такие вот дикие, агрессивные куры нам попались. Молодки. Взяли мы их. 5,5 месяца им был возраст, взяли. Несушки. Ломан Браун называются, по-моему, так. Какой-то браун, короче. Сильно не вникали, захотели курочек и взяли, купили. Вот Соня их гоняет. Они уже практически стали ручными. Такие вот, далеко не убегают. Вот, бегают себе, бегают. Сделаем скоро загон у курятника, рядом с курятником. И запустим их все вместе туда. Надеюсь, они уживутся. Вот сейчас сделали курятник, делает. Практически сделано, вентиляцию надо сделать теперь и все. А этих вот красоток, пока выпустили сюда, вот они, загончики в импровизированном, гуляют. Вот красотки такие, агрессивные красотки, которые клюют друг друга. А вот это вот девчонки построили курочке отдельный домик. Слепили из того, что было, называется. Девчонки тут построили, курочку посадили. Тут вон крапивка сухая лежит. Да. Потом водичку поставили. Песочек. Песочек, чтобы она клевала. В тазике развели сухой хлебушек, размочили в водичке, сено постелили, чтобы она неслась и сидела там, отдыхала. Все, короче, у нас тут по правилам. Вот она тут сидит, ее номер люкс. Посмотрите, что у нас девчонки придумали. Посадили, значит, курицу нашу. Ой, ты, батюшки, посадили курицу в тачку и катают ее. Она у нас такая курочка ручная стала.
Крестиша, не садись ты на нее, она тебя не выдержит. Вот, девчонки у нас таскают вот так вот курицу. Маленькую. Ой, я не могу. История этой курицы до слез, конечно.